Hi guys, welcome back to Junri's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia once again. Спасибо to our Russian friends. And the title of this video that we need to do some reaction for today, this is just a comment of foreigners about Russia, and this is just a 136 part of it, and the channel was unblocked actually. And let's get to watch in this video what we can get of this one, because this is like our first time to watch like this video also. And credit to the owner also with the video, of course, to Tablet for Memory. Thank you so much, Tablet Memory, for this video. And if you want to connect with Tablet Memory, guys, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. And let's get to it, guys. Enjoy watching with this amazing video of comments about the foreigners to Russia. Let's get to it. Enjoy, guys, and pass it back to our Russian friends. And turn on your subtitles. Wow, thank you so much for this video. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новая 136-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев» под видео о России. И сегодня, как всегда, для вас много очень интересных и веселых роликов, ну что, поехали. А первое видео называется «Еще один обычный день в России». Кожа лица, кожа рук, не проблема, приезжайте на Таймыр, и вы забудете о этом недуге. И ты полон сил и энергии. Crazy, what just happened? Goodness gracious. Oh, this is the future of Russia. There's some Star Wars. Oh. This is somewhat like hilarious, so funny, but insanely good the way how they make it. Imagine the police is going down just to make some fireballs with it also. The submarine passing through that ice. Bam! Para para bam! Bam! Hey! Crazy, Larry. Really? Pretty hilarious. What he will do? He will like save the dog or да, what? За ним бегала. Давай. Давай.
That's how this is ice. Ice or just that's how cold Russia is. Oh, goodness. Really. Да, вот американцы такого насмотрятся и потом думают, что это мы вызываем глобальное потепление. Петров и Баширов отправлены в Арктику сильно дезодорантами брызгать. Переходим к комментариям. Первые, эти ребята живут в холодном месте, но у них очень теплые сердца. Дальше, тот парень, который пробивал руками лед для того, чтобы спасти собачку, настоящий альфа-мужик. Дальше, чем больше я узнаю про русских, тем больше они мне нравятся. Следующий, на 4 минуте 21 секунде, да, не все герои носят костюмы, плащи. Некоторые из них просто голый русский мужик. Но он был в плавках для согревания. Дальше, 4 минута 26 секунда. Русским не нужны ледоколы, они сами ледоколы. Дальше, мне нравится, как вот в обычных странах у их армии для учений есть определенное место. А в России такое впечатление создается, что они просто выбирают случайную точку на карте и просто идут туда. Да, это игра такая у Путина и Шойгу. Раскручивают глобус и тыкают пальцем с закрытыми глазами. А мы переходим к следующему видео, в котором, насколько я понял, американский дипломат в России почему-то решил вставить стоп-знак на железнодорожной станции. Друзья, вот зачем он вообще это сделал? Варианты ответов пишите в комментариях. Переходим к комментариям. Он пытался создать аварию. Да, кому нужны враги, если у тебя работает секретная служба США? Дальше, так вот, чем американские дипломаты занимаются в то время, когда не создают террористические организации на Ближнем Востоке. Дальше, такое происходит, когда ты являешься шпионом первого уровня, который прошел тренинг в Макдональдсе. Дальше, возможно, это выглядит как какая-то ерунда, но на самом деле это очень серьезное нарушение. Этот знак нужен для того, чтобы информировать поезд о том, что нужно останавливать и замедлять движение. Устранение этого знака может привести к очень серьезным последствиям. Дальше. Американский работник посольства думает, если не я украду это, то кто-то другой украдет. Не, представляете, чертило действительно взял спидор в наглую. Надо к нему Баширова отправить с Петровым. С пол-литра и новичкам. И последний комментарий. Да я могу украсть все, что угодно, любой знак в любой стране, даже в России, потому что я исключительный американец. Да, исключительный придурок. Зачем такое делать? А мы переходим к следующему видео. Это подборочка ляпов Джабидона, президента Соединенных Штатов Америки, о которой очень многие подписчики просили, поэтому вот, пожалуйста. Ну, ребята, у нас все равно еще остались классные признаки комедии. У нас хотя бы еще остался вот этот вот идиотский Джабидон. Джо говорит такое дерьмо, о котором даже люди с синдромом Туретта скажут. Нет, так нельзя. Американская общественность может четко видеть мое классное физическое и интеллектуальное состояние. Если Дональд Трамп переизберется, я пришел к вам, и вы не получите ничего, чего не просили. Меня зовут Джабидон, я демократический кандидат в Сенат Соединенных Штатов, забыл, что в президенты. Посмотрите на меня, если нравится то, что вы видите, голосуйте. Друзья, вот сейчас небольшую паузу сделаю. В американской культуре и системе образования есть такая тема, называется Pledge of Allegiance. Это что-то вроде клятва верности стране, флагу. Ее еще дети в школе почти каждое утро повторяют. И там есть такой отрывочек. Мы должны незабвенно помнить, что все женщины и мужчины созданы равными Богом. Вот, а Джабидон вот что сказал. Мы должны незабвенно помнить, что все женщины, мужчины созданы равными этим, ну, знаете, этой штукой. Штукой. Почему вы атакуете Сенат? Почему? Что тебе надо? Ты что нервничаешь? Очень сильно поднимается и с этим, ну, с этим, ну, не знаю я, короче. И он сказал, что это был президент. Забыл, как зовут Барака Обаму. Мой босс, это его вина. И когда жарко, у меня много волос на ногах, которые превращаются, которые становятся блондинистыми на солнце. Ни один мужчина не имеет права бить женщину, особенно в гневе. Мы должны изменить нашу культуру, взять эту проблему и бить ее, и бить ее, и бить ее. И это будет очень большой шаг. Нет, я действительно так думаю. Ребят, это реальный перевод, он действительно все это сказал. И вот один маленький фрагментик из прошлого видео я вставлю для тех, кому вдруг может быть жалко этого человека. Да,
друзья, а сейчас у нас будет немножко необычный сюрприз, так что пока подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. А поговорим мы о Джебедоне, потому что многие просили про Джебедона сделать еще нарезочку, но я также заметил, что некоторые люди писали, вот, и хорошо, это же старенький дедушка, как можно, он в маразме, давайте про него не будем ничего делать. Нет, ребята, его ни в коем случае нельзя жалеть, вы просто не знаете, что это за человек. Это один из самых грязных, коррумпированных, странных и гадких людей в политике вообще. Ну и чтобы не быть голословным, смотрите, он сам об этом говорит. Сейчас вам немножко... Видишь ли, я приходил к большим ребятам, в скобочках олигархам, за деньгами. Я был готов продаться. Друзья, это довольно трудно перевести, prostitute myself, то есть, ну, по сути, продать свою задницу, продать свою душу олигархам за деньги и просто лоббировать их интересы, а не интересы людей, которые его избирают. То есть он, по сути, признается, что он просто коррумпирован. Вот, я поговорил с этими ребятами, но и что случилось? Они мне сказали, возвращайся, когда тебе будет 40, сынок. О да, и он вернулся. Да так вернулся, что даже когда ему 80, он абсолютно честно стал президентом, и никто вообще не замечает его коррупционных схем. Ни СМИ, ни Голливуд, ни блюстители закона. А мы переходим к комментариям. Первый комментарий. Ух ты, люди, которые выбрали этого человека президентом, скорее всего, имеют скрытый замысел уничтожить нас всех. Да, ребят, кто бы вы думали, кто выбрал им этого человека? Следующий комментарий. Цитата Робина Уильямса. Политикам нужны специальные куртки с рекламными лейблами, чтобы мы знали вообще, кто их спонсоры. Дальше. Вот представьте себе, вы живете в стране, которой правит человек, который вообще их понятия ни о чем не имеет. Ну как это ни о чем? Он знает, что у него волосатые ноги чуть ли мало, что ли. И последний комментарий. Тут две цитаты, которые реально произносил Обама. Первое. Никогда не недооценивайте способность Джо как следует обосраться. И дальше. Выборы имеют последствия. Это да. Весь мир теперь над вами ржет. Это вам за Ельцина. А мы переходим к следующему видео с реакцией иностранцев на недавние показательные запуски ракеты «Циркон» и системы С-500. Look at this, guys. To the foreigners, see, this is how Russia does and how they make this amazing things. Wow, it's like wholesome as always. I enjoyed watching like their missiles, their navy. Ну просто обалдеть. Вы представляете, вот этот циркон, против него нет защиты, никакое ПРО его не берет. Представляете, как у них там в Пердагоне опять выдавит следующий пакет санкций. Переходим к комментариям. Первое. Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету «Циркон», тем временем как в США продвигается идея, что у девочек тоже может быть писун. Ой, извините. Да, да, у них там с детского сада детям это рассказывают. Дальше. Можно точно сказать, что вот подобное производит огромные изменения в новых технологиях войны. Дальше. Да, вот эту ракету точно не запускала Эмма с ее двумя мамами. И последний комментарий. Будьте очень осторожны, русские, а тот Джебедон может как взять, да как забыть коды от ядерного чемоданчика. Да, это тоже я вообще не знаю. Ему вообще дают ядерный чемоданчик? Ему, наверное, дают обычный, знаете, вот как мы в школу с такими ходили. Там у него ланч лежит, фотография его собаки. Да уж. Друзья, и хочу сказать, что с тех пор, как мы объявили сбор средств на новую аппаратуру, на новый мощный ноутбук, для того, чтобы я мог делать видео в вообще везде, мы уже собрали благодаря вам 32 с небольшим тысячи рублей. От себя я тоже добавляю в это 15 тысяч. Друзья, огромное спасибо всем, кто поддержал наш канал. Я посмотрел, там ноутбук будет стоить порядка 70 тысяч, наверное. Вот уже больше половины у нас есть. Я безумно благодарен каждому, кто помогает каналу. Ссылки для этого находятся в описании под видео и в комментарии под видео. Огромное вам спасибо, друзья. И на сегодня наш обзор подошел к концу. Скоро на канале будет новое видео. Берегите себя, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. For me, I find it so interesting that what the foreigners or especially like Americans maybe that they're just like saying something to the Russian and Russian also saying something to them in return. Because this is what they saw on the video. Might be some part of it are true, some part of it they're just making fun of it, but just that's how it is. But we know as a Russian, of course, you know already your country that you're being good, you're being powerful, and you're very such an amazing one. Also, much love and respect from the Philippines, of course. But the way how they just make this one, I just laughing at the whole time, just making it so fun, and the way how like the sense of humor of the video making my day also such a fantastic making like this one. But much love and respect, and this video was
There's nothing to harm with that, just like making some fun, making some interesting sense of humor with it. And I hope guys you enjoyed watching with this one, and turn on your the subtitles, because I'm reading with the subtitles also, and that's so amazing, and the way how it was presented the video. And if you really want to see the full video, and if you enjoyed the video guys, I put in the description box below so that you can connect also and watch with the full video. If you want to hear also with you at the end, at the comment section guys, what are your thoughts with regards to this video. And if you want to connect my second channel, in the description box below. If you want to connect my social media account, is in here guys. Enjoy this video guys, same as I do, just give a massive thumbs up, like and share, and subscribe also to my channel. This is Junris Lagadag React saying, stay humble, stay positive guys. Bye, and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Pasiba to our Russian friends. And see you in my next video reaction. Bye bye guys.